Buenos dias, my primos. Сегодня я вам расскажу, как заказать коктейль с колой и не выглядеть неразбирающимся человеком. Заходите в бар, ищите на полку такую бутылочку. Просите бармена налить ее на лед и разбавить колой. Очень популярный напиток в Аргентине. Надеюсь, что в скором в России. Как виски кола. Только вкуснее. Чё? Еще немного фернешки. Только слишком сладко. Ферне.